Сдавайся с поднятыми руками, выходи! Я попал по челу. И гранаты одного. Один здесь, наверху. Не стреляй, выходи! Братан! Привет, братишка. Привет, сестренка. Это я, Володька. Володька без Волги. Добро пожаловать в Дейзик, братик мой, сестреночка моя. Значит, все такие хорошие пишут мне комментарии. Говорят, отец, надо продолжать снимать Дейз. Я буду приходить на видео, буду ставить лайки. Брат, снимай мне видосы по Дейз. И я здесь, ребята. Значит, почитал все твои комментарии. Я понял, что ты хочешь продолжение наших приключений в Дейзе. Значит, у нас с тобой Володька, который потерпел небольшую неудачу. Значит, почитал ребят. Ребята мне сказали, что челик был одет в полную броню, как говорится. И, соответственно, его дробь, в принципе, такая не берет. Вот, сейчас мы что с тобой делаем? Топольку милитари мы с тобой лутаем, да, которая находится у нас вот здесь на точке фыф-фыф-фыф. Посмотрим, что там, может быть, найдем патроны. И я почитал комментарии, ребята мне сказали, говорят, отец, надо двигаться тебе, значит, в направлении торговца, там закупаться и уже потом вычислять вот таких вот ребят, которые одеты в фулл бронь, чтобы тебе было легче. Потому что, говорит, ты без брони на этом сервере ничего не сделаешь. Здесь все одетые, обутые, как говорится, со снайпами, со всякими херпами. Соответственно, я решил их послушать. Посмотрим, что сейчас у нас будет на Тополька милитари. Значит, и будем двигаться в трейдер Карума. Нам с тобой нужно будет. Вот сюда нам нужно будет двигаться. Вот отсюда, вот сюда, по этой дорожке мы с тобой пройдем. Вот сюда через старое, а от старое в Карума. В старом получим пизды, снова реснемся и побежим снова. Вот такой вот у меня план. Давай посмотрим, что здесь есть. Зомбачки стоят, смотри, в огромном количестве. Возможно, здесь кто-то был совсем недавно. Возможно, здесь пасут сейчас территорию и мне дадут пизды снова, братишки мои и сестренки. А у меня ничего нет вообще огнестрельного. Я ничего не могу сделать. Я абсолютно... беспомощный. Ну ладно, у меня есть ломик, сейчас зомби-то мы переебашим. А вот челиков мы с тобой, к сожалению, не переебашим. Сервер очень густо населенный, здесь очень большое количество людей играет. Поэтому, ну пожалуйста, блять, на все, понимаешь, на любой вкус тебе винтовочки, хуёвочки-сосовочки. В блок не будем входить. Хотя вот сейчас надо в блок войти. Вот этого нужно допиздюлить. А почему он не умирает? А чё с ними? А ты чё, блядь? Вы чё, нахуй, пизданутые, что ли, блядь? Я прошу прощения. Я не сдержан, как бы, но... Чё-то слишком это, блядь, грустно. Сейчас кровь вытечет, сейчас у нас будет чёрно-белый Дейз с тобой. Кровь, кстати, восполняется очень долго. Поэтому эта тема такая, нужно быстренько лечить. Знаете, картинку, возможно, посочнее сделаю, чтобы тебе было приятнее. Сейчас посмотреть, что за магазин, куда он подходит. Вот этот магазин меня интересует больше всего. МК-12 магазин. А из винтовочек у нас что здесь валяется? С-14. 308-е. 338-е. Мрат. Барретт. Блять, Барретт, прикинь. Здесь 5.56 НАТО. Блять, ну и ни одной винтовки. Ну ты посмотри, братик мой, сестреночка моя. Блять, Барретт взять, но я на него, наверное, хуй что возьму. Или взять 308-е Винчестер. Здесь нужны обвесы. На винчестер, в принципе, мы можем что-то с тобой повесить, как я думаю. М60 пулемет, нахуй, блядь. Тоже 308-е. Здесь у меня... БК-133 еще валяется, дробовичок шестизарядный. Сука, стоит ли его брать? Дробь не берет, видишь, челиков в броне. Ну-ка, давай посмотрим, что вот это у нас за винтик. На него обвесики нужны. Перезарядить мы его не можем. Ну, то есть у нас с тобой нету нихуя. Сейчас посмотрим, что у нас другой. Видишь, палаточки разрезались. Более-менее есть ситуация, как говорится. Главное не обосраться. Есть ситуация. Что вообще, Дейз нравится, не? Я уже хотел прекращать выживать, потому что... ребята что-то как-то лайки неактивно ставят. Как-то такое, понимаешь? Я подумал, а зачем, если не нужно? Ну, типа... если ребята не хочут смотреть, как говорится. Здесь мы одели что-нибудь куда-нибудь? Припиздюлили мы? Бля, лучше боевую куртку оставить, мне кажется, чем вот это вот. Где? Сука! Так, это какое у нас? Нетронуто. Нетронутую броню повесим. А где то, что я переложил? Канго Карго Пенчес, БК, Дельта Шот. Ну, это вот мы куда-нибудь повесим с тобой.
Сука, а где рубашка-то, ёб твою мать? Где рубашка-то, блядь? Я туда переложил всю еду свою! Ебучей! А, вот, прошу прощения. Не, все нормально, еда у меня есть. Я прошу прощения, приношу глубокие и глубочайшие извинения. Не надо писать, что Шим туннельный, Шим все знает, все видит, все понимает. Значит, это мы оденем куда-нибудь. Короче, нихуя снова нету, ни патронов, ни хуенов, ни сосонов. Я не понимаю, где патроны в этой игре, блядь, и как их добывать? Каким образом я должен иметь патроны в этой игре, блядь? Я абсолютно не понимаю. Могли бы патроны мне заспаунить. Не пизди там себе бегаешь, блин. Все, у меня настроение плохое. У меня патронов нет. Не пизди здесь, маленький, блядь. Сейчас мне припиздюлят здесь. Блоки эти хуйня полная. Он опять рану мне наебашил. Два удара нужно блочить. Но мне это не нравится. Я не люблю. Не люблю такой хуйней заниматься. Надо будет рвать сейчас тряпку идти. Потому что я сейчас вытеку нахуй просто. Вот этих ваших блоках, блядь, бегать, блядь. Это все, блядь, для сосания членов, блядь. Я не знаю, как это еще тебе описать, братик мой, сестреночка. Блоки, хуёки, блядь. Хуйня такая, блядь, полная нахуй. Где два удара, три удара, блядь, ненавижу. Так, пойдем. Рвать. Нам нужно порвать хуетень, братан. Нам нужно ее порвать. Сделать тряпки, быстренько работаем. Ну ты делай тряпки, хули ты сел-то? У меня пизда просто какая-то. Я не знаю, что, блядь, с моим Володей, блядь. Ему не везет. Хули ты там подходишь? Не бегай, маленький, блядь. Черно-белый дейс. Как ты меня заебал, нахуй? Пизда мне, нахуй. Просто пизда мне, нахуй. Пизда мне, Вовке. Пизда моему Вове. Пизда моему Вове. Пизда моему. Пизда моему Вове. Пизда моему Вове. Умоляю, только не откисай, Володька. Ебаный пиздос. Это пизда. Это пизда моему Вове, блядь. Демоническое выживание, блядь. Волга, нахуй. Хуёлга, блядь. Это пизда моему Вовану. Пизда, блядь. Черно-белый дейс, нахуй. Извините, пожалуйста, я глубоко очень приношу извинения свои. Меня бомбит уже просто, нахуй. Давай, только не переебись, Володя, блядь. Только не переебись, не потеряй сознание. Я тебя умоляю. Блядь! Вставай, Вова. Я тебя прошу, Вова, просто встань. Просто встань. Вот ради всего святого, Вова. Вот все, что между нами было, Володя, блядь. Волги и все прочее. Просто встань. Ну я хочу на это... Ладно, я у торговца резнусь, если ему сейчас пизда придет. Вова, я тебе... Вот я с тобой, вот, Вова. Ты меня чувствуешь, Вова? Просто проснись, Вова. Вова, кровь. Я сейчас попью Кока-Кола. Кока-Кола нормально. Кровь восстановит, Вова. Давай, Вова, не перебей. Я тебя умоляю. Я понимаю, что плохо, Вовка, блядь. Я понимаю, что очень хуёво, Вова. Ну, блядь, давай газировочки ебанём, Вов. Давай, поедим, Вова. Ну, мы с тобой столько прошли, Вова. Нота-кола. Хорошо, ебанули, Вова. Вова, все в порядке, не дрейф, Вован, блядь. Охуеть, им нужно сейчас пизды давать. Я не понял, чё к чему. Почему такие страшные силь... Опять хуёво ему становится. Давай перекусим сардинками, Вовка. Нормально, кровочка пошла, Вова. Нормально, нормально. Не закрывай глаза, Вова. Ради всего святого, блядь. Пожалуйста, Вовочка. Беги, Да ты, вы охуели, что ли, блядь? Да Вова, блядь! Вова, я не могу так! Вова! Что с ним, блядь, такое-то, нахуй? И поели, и попили. Вовка. Слушай, а как кровь у нас быстренько наполняется-то? Как? Ну он же ходить теперь не может, муж пизда, блядь. Надо спрятать эти все вещи и к этому, к телу прибежать. Я не знаю, блядь. Это какое-то издевательское выживание. Уль, ты там улыбаешься, нахуй? Тиранослав, блядь. Сидит там, смайлики мне пишет. Вове плохо, блядь. Чё, непонятно, что ли? Сидит он, блядь. Мы же не стримим. Да. Знаешь, бежим до старого аккуратненько. Вова, я не знаю, Вов. Я не знаю, как ему помочь, понимаешь? Ему очень хуёво.
как ему, блядь, восполнить эту кровь? И у него постоянно темнеет в глазах. Я не знаю, как выбираться из такой ситуации, блядь. Нужно подождать, может быть, посидеть, восполнить кровь, как бы, а потом уже попробовать восстановиться с тобой. Ну, это борьба какая-то, это просто борьба, блядь, это реально выживание. Ну все, ему снова хуёво, и он сейчас снова вырубится, блядь. Сколько нужно должно пройти, чтобы Вова восполнил? Полежать, может, и Вовка. Вовка, может, передохнуть, Вован. Короче, давай я попробую сейчас полежать, чтобы мы с тобой таким издевательством не занимались над Вовой, блядь. Сука. Я сейчас вернусь. Ребята, я полежал прямо здесь, отдохнул. Заняло у меня это примерно полчаса, короче. Примерно полчаса времени у нас заняло это все. Значит, кровка восстановилась, и Вовочка, как говорится, вылечился. Значит, единственные способы, которые мы можем сделать, это переливание, поесть, попить и, соответственно, отлежаться, отдохнуть персонажу, но это самый долгий способ. И еще раствор. Серный, по-моему, раствор, насколько я понял, да? То есть, ну, я загуглил информацию, то есть теперь мы с тобой владеем ею. Соответственно, поесть, попить и отлежаться — это хороший способ. Но это, видишь, не быстрый способ. То есть тебе нужно прям лежать, следить за персонажем, отдыхать, чтобы он был сытый, как бы, и кровка у нас будет восполняться. У нас сейчас очень большие проблемы с тобой — это то, что у нас нету абсолютно никаких вариаций, чтобы стрельнуть в кого-либо. То есть пизда Вовкина станет быстрее, чем он бегает на самом деле. И это очень печально. Сейчас мы с тобой... Кстати, здесь же тоже есть у старого милитари. То есть, может быть, мы там найдем патроны для оружия. И давай проверим кое-что еще. Бля, мне так нравится в Дейс играть на самом деле. Такая офигенная выживалочка. То есть здесь столько интересных моментов, которые тебя черепышкают. А можем? Мы не можем въебать сюда прицел. Это отвратительная история на самом деле, братиш. Это пиздец. Этот прицел не ставится сюда. Лазер эймин модуль. А, это модуль. Это не прицел даже. Это просто лазерный модуль, к сожалению. Бля, ну это печально, ребята. На самом деле это очень печальная история, потому что Вовке очень тяжело. Вовка не может без патров. Вовке теперь нужна еда, мы с тобой лампу... А, вот, подожди, вот же у нас прицел, ёпты. Нахуй ты модуль-то ставишь, ты, блядь. Так, давай посмотрим. А-та-та-та! Вышла кошка за кота, за кота Потовича Федора Петровича. Есть прицел, хорошо. Работаем. А я там модуль хотел въебать, понимаешь? Вот такой, да. Ну ладно, Володя, выживали. Мне бы друга найти здесь. Ну, друг, боюсь, сразу стрелять начнет, блядь. А мне нечем даже ответить, понимаешь? Мне нечем даже числануть кого. Опа, нихуя, это что такое? Челик. Hello, sir. Здесь же чел. No! Блядь, что за читер? Что за читер, блядь? Где он нахуй? Don't touch the car. Hello, I'm friendly. Are you friendly? Yes, I'm friendly. It's my car, get out of it. Давай, выключи. Братан, ты русский? Speak Russian. Я тебя плохо слышу. А, ты меня плохо слышишь? Очень плохо. Это шлем. А, бля. Шлем. Бля. Бля, братан. Братан, неужели я кого-то встречу? Что у тебя с тачкой случилось? Давай толкну тебя. Хочешь, толкну? Давай. Давай, как я могу? Я уже 2 минуты. Ну, я только попал сюда. А как мне тебя толкнуть, братан? Надо на нейтралку поставить, наверное. Я могу отсюда попробовать толкнуть. А может, глушить ее нужно? Давай, попробуй сзади. Толкать, да, есть. О, она еще раз. О, нормально. Ты куда едешь, братан? Меня Володька зовут. Можно с тобой? Андрей. Да, Андрей. Давай. Может, тебя подвезти куда-то? Да, мне патроны нужны. Здесь все стреляют. Хорошо, что ты не стал меня убивать. Я думал, мне пизда уже, как бы. Че, давно играешь на этом сервере? Залез в машину, я немножко ошалел. Ну, я хотел ее угнать у тебя, спиздить. Это фуэлом, который у тебя это самое перед лицом маячит. Да, но ты у меня лагал очень сильно. Я подумал, что ты читер какой-то, понимаешь? То есть я вообще подумал, что ты читак. Бля, надо звуки подстроить. Да, блядь, чтобы слышно было нормально. Громкость эффектов.
Ну рассказывай, давно играешь вообще? База у тебя здесь есть? Не, база нет, где-то, ну, день четвертый. А что ты такой залутанный? Ты сразу закупился в магазине или как это получилось? Нет, тут, я не знаю, если такое есть, я находил по военкам. Тут на болотах постоянно много файтов, и там у самолета можно очень неплохо обжиться. На болотах это где? Где файтов много? Это что такое болото? Это когда появляешься, ты выбираешь в списке West болото. Оно вроде второе или третье. А, и там за место, вот. Да, короче? И есть город. Да, есть город, и есть это самое, как его, аэродром. Вот, и на аэродроме все сидят. Сейчас я заправлюсь. А, понял. Здесь можно заправить, да, машину? Да. У меня патронов нету, как бы, поэтому не бойся. Я честно говорю. Да и не буду я тебя убивать. Ты хороший, Андрей. Мне друг нужен какой-нибудь. У меня друзей нет. Возьми, пока я буду заправлять, а то мало ли что. Чё взять? А, пушку? Я скину, вот. Спасибо. Нихера себе. Это ты все налутал там, что ли? Да, там прямо у самолета лежит оружие 5-6 на выбор. Но они чаще всего без магазинов, это надо зайти на этого, на торговца и докупить. Понял, а шлема у тебя нету, братан? А то, мне кажется, или шлем здесь не очень спасает? У меня даже брони нет, просто куст без брони, без шлема. Я понял. Ну пошли вместе залутаемся, будет классно. Вот такой я. Ну нормальный ты такой вообще, прям. Тебе можно реально из леса кого-нибудь ебенить. Вот это я понимаю. А тачку ты где эту нашел? Ты говоришь? А тачку ты где эту нашел? Вот эту вот. Пазик. Это у полицайки. В Комарово или в Камышово, не помню. Что, просто там спавнится, что ли, такие тачки? Или ты тоже ее спиздил у кого-то? Разобранная была. Не, она была разобранная. А, понял. И не хватало свечи и всего такого. Ты ее собирал, получается. А этих замесов, ты говоришь, мы сейчас куда поедем? Куда вообще планировал ехать сам? Давай я тебя прикрою. Может, на военочку какую-нибудь, это, шлемик? Там шлемики добудем, броньку. Я думал на Кумырне сбыть лут, но можно по дороге на военку заехать. А, ты сбыть хочешь в магазин? На старый какой-то. Да, у меня на снайперка лишняя, я хотел продать ее. А, ну поехали. Кстати, я здесь тоже вон пушку выложил, можно ее тоже продать, загнать. Угу. Вот эту вот. Поехали, продадимся. Просто... Ближайшее это. Мне говорили, что здесь этот самый, что здесь можно, здесь на счету бабки дают. Это правда, типа на сервере? Да, есть стартовый бонус. Ну вот, типа можно там и шлем купить, наверное. В банкомате его можно проверить. Ну да, ну опять же, хорошие шлема, хороших денег стоит. А вот эта броня, которая нам не дорогая вообще? Это у тебя... Ген 4. А в описании, вот когда наводишь через таб, какой уровень? Там вроде на английском написано. Ген, пишет значит, уровень брони. Четвертый. Ну, блин, здесь уровня никакого не пишет. Ген 4, Outer Tactical West. А в описании к предмету там есть описание? Ну, вот я на него... Вот я навожусь. Есть, да. И здесь... Ballistic Body Armor. Ну, типа, уровня я не вижу никакого. Ну, вроде хорошая. Вот вся броня с наплечниками, она хорошая. То есть обычная броня без наплечников. Так, что-то я тут разговариваю и не заправляю. Давай, ага. Мы еще в таком месте. Что, пизделей, думаешь, можем получить? Да, конечно. Я уже двоих по дороге оприходовал. Да ладно. А что, они голенькие были или все за лутоши бегают? Не, были с топором. А, кепки, жалко было их. Блять, нет. Не, не жалко было, потому что они сразу это самое. Но они америкосы были, поэтому я тоже как к америкосу обратился сначала. И они это самое начали так. А, я понял. Агрессивно себя вести, да? Я понял. Так, смотри, у нас сейчас, ну, у тебя чат. Ну, ты же в чате видишь, наверное, что рестарт сервера через 5 минут, если мы сейчас куда-то Да, поедем, давай отъедем тогда улететь. И встретимся. Надо отъехать давай, куда-то, чтобы здесь не стоять. Если хочешь, можешь сам отогнать, заодно попробуй. Да ладно, поехали вместе.
Ну, давай поедем. Я не хочу у тебя ничего воровать. Я хотел сначала спиздить, а потом понял, что у тебя пушка, и я перестал хотеть. А так я почти спиздил твой пазик, если бы он не застрял. Что это было? Ты слышал? Взрыв. Пиномертиллерия с этим, с химической зоной, походу. Да-да. А что это за херня такое? Что это за выброс там? Это в этом самом ванильном Дейзи добавили, то что случайным образом на карте может падать вот такой вот газ. А, да ладно! И типа без противогаза там уже не полутаешься, да? И в домах не скроешься, наверное, ничего. Да, и там вроде полный этот самый, полный комплект нужен. А, кстати, в топольке милитари там такой же броник лежит, как у меня сейчас. Можем вернуться туда, пока рестарта нет. А там в нормальном состоянии он, я его оставил. Можем тебе его надеть. Ну давай. Ну это вот здесь рядом, я оттуда бежал как раз. Я переодел вот этот, тот, этот не тронутый, а тот немножко потертый. Но как раз на тебе бронь будет. Потому что если мы попадем в замес, чтобы не убили быстро. Нормально. И что, машину много, долго содержать нужно? Ну как бы долго ты искал запчасти? Ну, тут дефицит, да, потому что игроков много бегает, все собирают. На этом бабки неплохие делают. То есть они приходят, толкают машину и получают за это деньги. Ну, на торговцах, на торговых зонах. А, то есть там прям приезжают на тачках и типа толкают тачки за бабки? Да. Ничего себе. Туда не всегда безопасно приезжать, потому что, ну, по сути, есть правила сервера. И они ограничивают людей от кражи, да, на вот этих безопасных зонах. Но некоторым людям все равно. У меня так первую машину увели. Да ладно. В смысле, ты приехал ее продавать, и у тебя угнали, что ли, ее? Не, я открыл багажник, закидывал лут в рюкзак. И смотрю, чел уже, вот как ты, сидит на водительском сиденье. Только он просто включил заднюю и поехал по своим делам. Так, где-то здесь. Где-то... Это что за тачка? А, нет, нет, это разбитая. А, там, вон, в домиках надо посмотреть. Слева, да, в палатках? Да-да-да, в палатках. Я тут зомби немножко, это, у меня кровь вытекала, короче, я подлечился немножко и побежал вот дальше, и тебя встретил. Вон он лежит, по-моему. Вот. А, нет, подожди. Подожди, это не то. Вот это вот, вот этот вот. Ствол? Какой? Какой ствол, братан? Какой ствол? Во-во-во. Пулеметы тут хорошие. А, все, понял. Вот ну давай заберем тоже. Лежали. Давай тоже его продадим. Мы все равно поедем. Бери в руки, потому что у меня места нет. Сейчас если рестарт будет, может, он пропадет. У меня баррет еще вот есть. Дорого стоит? Баррет? Эмарадовский? Да. Не знаю, я не помню. Но лучше в руки их взять, а то может сейчас рестарт же через минуту, и оно пропадет. Давай, я возьму баррет. Ну это я к себе поместил. А, ну давай, я тогда этот возьму ствол. Ну просто там, если что, ты броник не нашел? Это после рестарта здесь встречаемся, да? Да. Вот бронь! А, блядь, нет, а где бронь? Блядь, прицел лежит. Вот. Я нашел. Опа. Туда. Спасибо. Пойдем. И пропал, значит. А может что-то новое появилось, кстати? Ты уже я посмотрел, там ничего такого. Там пушки такие, это рубашки. Тебе рубашка нужна какая-то? Не, у меня есть. Сейчас я посмотрю, что мне в руки взять. Если на нас это самое... А на это не подсиживают вот эти вот зоны торговли игроки другие? Имеешь в виду, крадут или нет? Не, подсиживают на территории, там, на подъездах, там, пытаются разваливать кого-то. Ну, насколько я помню, это запрещено. Ну, то есть, ближе, чем километр, тут в чате пишут, то нельзя. Ну, и там должен быть... мод на бессмертие, то есть ты не можешь там умереть именно в самой торговой зоне, когда уже заехал. А, я понял. А на подъезде, думаю, могут принять, да. Это вот мы сейчас поедем в трейдер Кумирно или куда? Мы хотели старое милитари, да, ты говорил? Да. Можем туда сходить, можем к трейдеру поехать шлем купить.
Лимов-то нет. Ну, до старого 1900, а до кумырны 2600. Давай до старой поедем тогда, нам быстрее будет. Едет, едет, вон машина едет. Где? Сейчас покажу меткой. Вон. Ага. Да-да-да, поехал. Но мы этого смысла уже нет. Да смысла нет, братан. Мы уже его не цепанем. Он очень далеко. Я фартовый. Давай, что снял? Блин, далеко. А ну. А он куда, в лес, что ли, свернул? Вот тебя... он и уехал с нашим лутом. А вот он по дорожке поехал, вот по вот этой, которая идет. Угу. Куда-то за пригорок. А метки как сбросить эти? Игрик. Ну, Н русская. Ну, пойдем тогда, что? У нас вариков погнали. Нету. Или на машине подъедем. А давай на машине, да. Тогда сразу же уедем просто оттуда и все. Но я движения не вижу. Стреляют. Левее стрельнули. Ну, далеко. Гранатомет здесь есть, МДР-ка. Жилет. Гранатомет. Если патронов нет, то жалко. Бесполезный, наверное. А не, он заряжен. Заряженный? Отлично, да, когда можно кому-нибудь есть, бомбануть, да. Тачку. Блять, ночь темная. Слушай, прикольно, я и Андрей, блять. Никого пока не встретили, конечно, но, блять, это очень интересно. Ну, там его тоже... машина случайно. Его она. Сейчас направлю фары на трейд, что видно было. Там какая-то темень. Давай. Тут вообще, блядь, темно. Вот торговцы стоят. Ну-ка проверить пульс. F-trade. А где здесь продажа? Так, это торгаш автомобилями. А где здесь основной, который по мелочи? Так, это тут оружие. Броня и одежда вот в зеленом вагоне. Перчатки, головные уборы, шлема. 25-35 тысяч. DevTag Helm. Блять, ну самый охуенный шлем можно взять вам. О, нихуя себе, блять, шлем. Вот это я понимаю, блять. Купить. Я купил. Нихуя себе я машина, блять. Нихуя я гайвер, блядь. Ну все, я разобрался, в принципе. Я купил себе шлем за 45 тысяч. Тактический. Охуительный. Нормально, у него еще... Здорово, куст. Под ПНВ. Ты тоже куст? Здорово. Как ты, один с друзьями? Ты что ли? Не-не-не, я Володя. Это мой друг, да, Андрей. Да, я знаю. Это мой друг Андрей. Да, с другом играем. Понял. Это мой кореш Андрей. Он не знает, кто я. Знаю. Вот. Я Володя. Я хотел у него спиздить пазик, и мы подружились. А ты, братан, чё, куда вы направляетесь? Да я думал сбегать на ВМС, стреляться. Стреляться? Может быть, сходить постреляться все вместе? В команде? Да, можно. Это у тебя не прогрузилось, да, Андрей? Нормально. Я думал, я приехали. Да не, мы ее уже дернули с болота. Я когда у Андрея пытался спиздить этот пазик, он в болоте застрял. В воде.
А, так это машина тихо спиздил и ушел, называется, нашел, ну, да? Ну, Андрей это сказал мне выйти, как бы. Я его, ну, он сначала залагал, я его не увидел. Думал, сейчас пазик спизжу. Так мы и познакомились. Пристрелочку на 500. Какую пристрелку ставите обычно? Видел? Че-че-че? Нет, стрижу. Говоришь? Типов видел, да, этих? Да-да, которые на ВМС-ке прям бегают, да. Они полуголые. Но если им дали бегать, на горе никого нету, скорее всего. Если они там свободно бегают. Это внутри ей надо будет уже разбираться. Так что, их, если что, снимаем без разговоров? Да, конечно, если а что? А зачем они нужны? Снимаем, раздеваем их и продаем, что? Они же для нас лутают. Или для кого? Конечно, для нас. Мы отсюда не увидим, у нас видимости нет, можно гору занять реально, либо сближаться. У меня нет ничего автоматического. Займи тогда гору, братан, может. Может, тебе на гору стоит? Точно никого. Вон, у них броневик есть, у них броневика. Угу. Ну, значит, не полуголый. Мои метки. Второй. Могу стрелять. По нам, по-моему. Нет? Пришел. Откуда работают, вы видите метку? Нет. По нам стреляли, и этот был, рикошет. Он на двухэтажке побежал. Чё двухэтажка? Он на двухэтажке побежал. Командные пункты или что там? Ну, по-моему, по нам работали как раз. Хуй знает. Да, перешли, меня ногу нали. У меня 10 хп осталось. Пиздец. А вылечиться можешь? Не бинтовался. Второй этаж. А у тебя с олдскулом есть связь по дискорду? Да, есть. Вот он подсказывает, что он со второго этажа сейчас вниз пошел. Ну, надо короткой перебежкой сейчас. Надо Андрею не вперед не идти. Нам. Пойдем. Олдскула убили. Олдскула сняли. Блять! Да, второй тоже. Стойте, не идите, не идите, не идите, подождите. Сдавайся с поднятыми руками, выходи! Я попал по челу. Блять, всех пизданули наших. Всех пизданули, блять. Сдавайся, блять. Бля, пизданули. Ты слышишь меня? Выходи с поднятыми руками. Дружить будем, давай. И гранаты одного. Один здесь, наверху. Не стреляй, выходи!
Братан, друзьями будем, хули стреляешь? Сверху сразу здесь. Грены еще есть? Нет. Блядь, у меня была граната какая-то. Дымовая. Здесь в углу сидит. Все, готов. Добивай. Добивай, братан, у меня нет. У тебя патры есть на мою... Не проходит по нему. Автоматические есть у тебя патроны, прошел. Брат? Сейчас посмотрю. Это мне нужны 308-е. Магазин второй есть. Что есть? На 50. Магазин второй на 50. Дропни, пожалуйста, нормально. Жалко пацанов наших, блядь. Вот. Спасибо, братан. Ты нормально вылечишься? Да, пока да. Смосинки завалил нашу. Бля, у них, кстати, еще один магазин был. Надо их раздеть как-то. Ебать, здесь надо выносить, братан. Как бы нам пиздячек не дали. Надо бы машину сюда под... А, у них броневик есть же тут, я же говорил, надо поискать ключи. Слушай, эти грибы можно есть белые, сырые? Брать охота. Ебать, сырые у них... сырые не. Ебать, у них пушек, братан, надо как-то распределить это все. А, у меня бекон есть, только ножа нет. Консерву нашел. Нормально. Бля, наших пацанов жалко. Да. Они я сюда добегут? Нет броневик. Вообще, блядь. 6 километров один, а второго не вижу. Ну нормально, ты молодец, что греный пизданул в окошко. Я со второго раза только попал, блядь. Ключей нету? Одно в меня полетело. Не нашел на них, пойду проверю. Если броневик открытый вообще. Давай я тебя прикрою, один не ходи. Сейчас, подожди, я возьму что-то автоматическое, там у меня только снайперка. Да, кстати, возьми, у них там дохуя было. Этот стрелял, не понял с чего. Это видишь, ты мне автоматику хорошо дал и смог зарашить. А я увидел, что ты со снайперкой, я пошел наверх. Ну, чтобы после твоего выстрела, под прикрытием. Я твои магазины с них выкинул на пол, чтобы тебе легче искать было потом. Принято. У нас есть время подлутаться, по идее. По ХП у тебя все гуд? Чуть меньше половины. Давай чекнем броник. Нормально открытый. Блять, нахуй я сел-то? Блять, пизды получать залез. Ну давай тогда сюда будем перегружать. Я его ко входу подгоню. Давай, я в здание. По-хорошему, хорошо бы наши пацаны пришли к нам, чтобы забрать. Ну ладно, мы это в броневик все выгрузим. Я просто не вижу, где здесь куда складывать здесь, блядь. Здесь складывать некуда, прикинь. Должен быть багажник где-то. А вот он. Всё тогда. Вкладываем, потом попилим, блядь. Блядь, заебись вообще, блядь. Пошла жара, нахуй. А я ему говорил сдаваться, понимаешь, блядь? Так, нужно вот с этих все выгрузить. Те пушечки-хуюшечки, как бы, воздушечки, да? Бля, охуенно. С командой, конечно, ребята... Ты сыграется пиздата, если честно. То есть, ну вот это прям по кайфу, что-то... блядь. Давай, я сейчас выгружаю потихоньку. Сейчас главное бы это все вы... Блядь, здесь бабок на самом деле пиздец. Бля, охуенно. Главное пизды не получить сейчас.
Мы это очень долго будем выносить. Хорошо бы пацанов сюда, чтобы они сюда добежали, но это очень долго, братан. Ну да, но они уже пробежали километр, 4-8 осталось. Мы можем с их... А, им же тела нужно поднять свои, фактически. Но эти такие, у них не было этих самых бронежилетов. Да. Да не, на одном был, вот я, с которого лутал. Хороший. А мой этот, я один выстрел выдержал. Слышишь, мне ничего у ХП не отнялось практически. Нормально нашел. Я, наверное, тоже выжил, потому что твой жилет тогда взял. Да-да-да, у меня немножко поврежденный этот броник. Короче, нужны вот эти гены, брать эти арморы и нормально играть. Надо быстрее это делать, сейчас кто-нибудь сюда прибежит. Если наши уже добегают, эти тоже могут прийти. Водичку заберу. Какие-то гранатометы. Грибы сырые, блядь. Пинты. Да, в принципе, все, брат. Можно это, там ничего такого больше я не вижу. Что это у тебя в руке? Рюкзак. Я через рюкзак таскаю. Правильно, я сейчас тоже выгружу. Ебать здесь всякого говна. Так. Магазины, хуизины. Чё, погнали? Все будет. Чё, нет, все. Да, сейчас скину Барретт. Так. А я пересесть не могу. Стрельба! Не? Нет, я рюкзак выбросил. А как здесь за руль садится? Ща. Так, твой дверь вроде надо оставить открытой. Нихуя себе, блядь. Вот это мы наживо, вот это знакомство, Андрей. Прикинь, да? Вот это я понимаю. Нормально. Нормально, блядь. Я порешал бы вначале, ничего бы не было. Да, 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 да. И броневичок у нас есть. На него ключ надо повесить, чтобы заебись было. Ты сейчас в Трейдер Грин едешь, да? К торговцу? Нет, я за пацанами сначала. А, да, все верно. Блядь, ну их надо это... Что им надо сделать? Они же, им шмотки надо вернуть как-то. По-хорошему. Ну я их шмотки тоже взял, ну, по крайней мере, с одного. А второй у нас на горе был, видишь, его с горы, это, сняли с горы прямо. Блять. Блять. Мужик, помоги. Мужик, толкни наше говно, пожалуйста, брат. Окей. Толкни хуйню нашу, вот эту, которая перевернулась, братан. Я не понимаю по-русски, сори, бро. Ты не понимаешь по-русски? Push, please. А, you don't understand Russian? Like I do, like a small bit, yes. Oh, you're friendly. Bit, you know? You're friendly. Yes, yes. Wait, how do I push it? I will out and we will push it. Wait. Holy shit, bro. Ah, okay, I see. Блять! Курок. Cool. Thank you, bro, for your cooperation. We are friendly, no worries. Don't shoot, please. Okay, bro. Окей, good. Good luck, bro. Какой же он обоссанный был, братан. Как же он испугался, нахуй. На том свете были. А не, можно поговорить же, видишь. Мне его хотелось пиздануть, у тебя не было такого желания? Да я больше испугался его, поэтому даже не успел это желание появиться. Да не, если бы он начал, он бы закончил сразу, как бы. Ты бы выдержал, он с каким-то говнищем был мелкокалиберным. У тебя выдержит броня, мне кажется. Он, видишь, он даже не стал пытаться нас черепыжить, как бы. О! Old school! Залезай, братан! Остались! Мы отпиздили их, все забрали, все в грузовике. Можешь приодеться, там, я не знаю, что-то тело, по-моему, Сергеевича у нас лежит. В грузовике открой.
А надо где крышку, он тут она... открывает? Сзади. Сзади. Сзади крышка. Сверху сзади. Одного гранаты да, пизданули, уже? Другого зарашили, короче. Наверху открывается крышка. Не-не, это движок. Блять, вон, да. Мы ее раздели, их частично, там они одеты, но у них ничего такого не было серьезного. То есть тут продаться, можно закупиться. Там вон стреляют, кстати, кто-то справа. А как вот тебя сняли-то, Old School? Что случилось? Он с окна вылез со снайпой? Да я даже и не понял. Секунда, и все, я лежу. А он что, один был там, что ли? Их было двое. Одного взорвал стриж гранаты, второго я зарашил с автомата. А-а-а. Ну, в общем, он, блядь, буквально смотрю через текстуру, он меня, по-моему, вообще убил. Автомат торчал через текстуру, и все, выстрел, я лежу. Ну, здесь, как обычно, сетевая десинхрон, как бы, и ты просто не видел. Он тебя увидел, ты нет, не успел. Короче, клиент тебе не передал нихуя. Ну, видимо, так, да. Че, мы поедем? Поедем до трейдера тогда продаваться? Бабки же, типа. У нас мест хватает, кстати, не? А эти ребята, я им говорил, сдавайтесь, блядь. Выходи с поднятыми руками, бросай оружие, ему похуй, понимаешь? Почему вот они такие? Может быть, надо было по-английски? Может быть. Стриж, ты фактически сейчас можешь купить просто ключ, и она будет твоя? Да. Наши пацаны, чё, мы же команда. Вы чё, блядь? Слушай, а эта же хуйня не простреливается просто так, да, по логике? Её только бомбить. Да. Ну, теперь можно на любые вылазки на ней ездить, это же охуенная тачка. Андрей, ты решил это, ты лесоруб или чё? И чё ты делаешь, братан? Да оно по самому меня ведёт. Ты решил вырубить мне всё к хуям? У тебя не прогружены, братан, или чё, я не понял? Не-не, все погружено, все идет по плану. Порубим лес в Дейс, блядь. Вот на базу уже сделали, понимаешь? Можно просто с топориками выйти сюда и все. Так бизнес с дровами открываем просто. Я рублю, продаете. Да. Я, если что, сюда буду заходить. Если вы будете играть, будем вместе что-нибудь поснимывать. Не против? Да нет. Мне кажется, охуенно. Жалко, что, конечно, вот у нас двоих потеряли, но ничего страшного. Нормально, мы в итоге-то им пизды дали. Давайте, пацаны. Главное, конечный результат. Конечно. Андрей, было приятно познакомиться. Вот если бы Андрей меня пизданул вначале, все, пизда рулю, блядь. Не снял бы я ролик. Давай, Андрей, ты купи, пожалуйста, ключи, чтобы у нас был этот броник. Чтобы, блядь, если что, я буду заходить, будем на бронике кататься. Ну окей. Давайте, пацаны, все, было приятно познакомиться. Давай. Взаимно. Взаимно.